В сегодняшнем видеообзоре представляю вам очередную экзотическую вещь, которая продается в нашем магазине. Шкатулка из дерева шишан. Приятно держать такую вещь в руках. Я вот вам ее подробно покажу. Очень она сделана, скажем так, даже по-ювелирному. Посмотрите, как туго подогнаны все детали, как она туго закрывается. Без всяких перекосов, без ничего. Внутри выклеена бархатом, то есть, в принципе, если какую-то бижутерию в ней хранить, там какую-то мелочевку, все будет качественно сохранено, не поцарапано. Дерево очень приятное на ощупь, хорошо отполированные поверхности этой шкатулки, красивая фактура. Особое внимание хочу ваше обратить на вот этот вот крестообразный орнамент цветочный такой, очень тонкая резьба по дереву. Ну, думаю, что человек, который это делал, ну, промучился не меньше, наверное, недели, чтобы сделать вот этот вот орнамент. Плюс крышка этой шкатулки декорирована вот такими вот латунными вставками, тоже в виде такого растительного узора. Листочки, веточки. Ну, в общем-то, вещь прилагательному экзотическая отвечает полностью. У нас много всяких шкатулок. Заходите в наш магазин и выбирайте. Спасибо.